Обзор ели колючий голубой. Трехлетний возраст. Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня у нас видео обзор ели колючий голубой трехлетний. Ель колючая в Википедии, если вы бьете, то выйдет вам ель колючая тире ель голубая. Вот ель трехлетка, как можно видеть, она по цвету она голубая, вся голубая одного цвета. Это еще она не набрала. По высоте до 20 сантиметров есть 13-14, есть и 10 сантиметров. Но опять же, смотрите, вот это вот с хорошей почкой, на следующий год она даст хорошо, а здесь еще почка не сформировалась, а здесь почка, смотрите, вообще слабая, то есть ей еще дней 10-20 надо дозреть. Так она примерно, средний ее размер 15 сантиметров, ну вот 17 сантиметров. Вот эта грядка вот вся вот, если можно видеть, и та грядка тоже вся. Количество у нас ее большое в этом году. В районе 50 тысяч. Ссылка будет в описании к этому видео на этот товар. Ну что вам еще сказать? Елка хорошая, лучше чем двухлетка. Корневая у ней хорошая. Цвет голубой. И если она в посылке чуть-чуть цвет потеряет, то ничего страшного. Но цвет будет голубой однозначно. Вы видите мою пятилетку, вы видите мою четырехлетку, она вся голубая. То есть это трехлетний сеянец, который уже довольно-таки стойкий. Но если вам приходит, вот кто просит Сибири пораньше, заказывает вот с такими вот новыми побегами, то желательно сразу под притенение. Обязательно. Если он даже высохнет, то ничего страшного, вот из этих почек пойдет побег. Ель колючая, чем она отличается от обыкновенной? От обыкновенной она отличается большим количеством почек. Здесь можно видеть много почек, и она пойдет, она потом будет очень хорошая четырехлетка. Очень такая, она, как говорится, заматеревшая. Ну, как вы помните, уважаемые друзья, что у нас неоплаченный заказ не является бронью. Заказы мы принимаем уже на сайте нашем zelenka-com.ru. Это ель колючая. Она намного лучше приживается, чем остальные. Вам обязательно нужно будет сделать небольшой теневик, если вы заказываете ее осенью. Сверху накрыть сеткой для притенения. Потом накрыть пленкой, но пленку время от времени снимать. Рассаживается она, ну, трехлетку вы будете рассаживать где-то примерно сантиметров 15 друг от друга. Это здесь у нас она близко сидит, потому что мы рассаживали ее двухлетку. Ну, ель хорошая, довольно-таки ходовая. В принципе, трехлетка всегда уходит быстро и хорошо. С вами был Евгений Филимонов и питомник «Хвойный дворик». Всего доброго, удачи!